Задержана пресса. Сотрудник СМИ Георгий Марков здесь. Меня разбили камеру, отобрали телефон и избили в автозаке. Скажите, пожалуйста, за что вас задержали? За то, что я снимал. Буквально вот 10 минут назад меня также задерживали, но отпустили, когда увидели, что я пресса. У вас с собой пресс-карта есть, редакционное задание? Они только что задержали, непонятно куда везут. Задержали сотрудника. Сейчас вас будут задерживать, уходите, уходите, лучше уходите, вас могут задержать, уйдите лучше. У него есть при себе все документы. На каком основании задерживаете? У меня документы с собой. У него есть с собой все документы. И аккредитация. Меня задерживают. Пресса, убери. Пресса! У него есть все документы и аккредитация. Стороночку. Вы не имеете права. Отходим в стороночку. Не препятствуйте журналистской деятельности.